как будто это какие-то реальные опасные условия, нам надо свинтиться побыстрее. Так что давай складывайся. Можно я что-нибудь попробую на нем? Ну, только это, не пугай меня слишком сильно, ладно? Не до мокрых трусиков. Когда я перейду в реальный ор, если от удовольствия, ты поймешь. Мы готовы арго отметить. Юху! Я его обожаю просто. Я! Вау! Я себе одно время думал, Ну, он вот не сертифицированный. К Костромите нам его отдал. Просто так? Алексей, ну зачем же? Купили у него. Просто тандема катать на нем не очень. Давай, он все-таки спортивный. То есть мы вот его в Болгарии на соревнованиях опробовали. Там просто к ресторану садились. Просто в качестве попробовать. Ну, управление идет. Нежный, правда? Ну, приятно, то слушается. Ну вот, я рада. Понятно, ну, что поделаешь. Теперь ты меня понимаешь, почему. Влюблена я в это крыло. А Вега ты летал на обычной одиночке? Да. Тебе не понравилось? Не жестковато как-то, мне приятнее 1-2. Ну, как-то мне комфортнее, побольше крылышко, 24, допустим. И на такие спокойные там или не очень сильные условия. По термикам наверх куда-нибудь повыше, в горах. Вот тогда я себя чувствую уверенно. Ня! Ай-яй-яй! Там за ней спутка. Какая-никакая, а есть. Спутка, она находится на уровне крыла. Ну да. Давай, прыгай. Есть? Ай-яй. Слушай, оно знаешь, как это? Классно. Оно не жнючее, офигенское. Вот теперь меня... Даже магнум так выворачивает. Мне страшно было это дальше. То есть его можно было в сад вообще... А у нас сад был? Ну, он такой детский. Да ладно, детский. Вообще сад нормальный. Слушай, оказалось, да ну, плоско. Да ладно, тебе казалось, сад вот так вот был, наверное. Да ладно. Серьезно. Мне казалось плоско. А у него есть съемки. Ты на видео снял? У нас есть съемки, можем только посмотреть. Ты поднимались. Не знаю, что мне показалось. Ой, спасибо огромное. Мокрых трусиков нету, очень нежно. Мама, как ты это? Вверх тормашка. Только дай ему почувствовать.